Сегодня 6 июля. 188 день года в григорианском календаре. До конца года остается 178 дней. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. В этот день, в 1953 году, родилась Анастасия Лазарюк, молдавская эстрадная певица. В 1973 году английская группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive». В 1994 году на экране США вышел фильм «Форрест Гамп». В 1885 году вакцина против бешенства впервые была испытана на человеке. 6 июля в 1971 году скончался Луи Армстронг, американский джазовый музыкант. Сегодня именины отмечают Антон, Алексей, Александр и Петр.